Мариса Тереза, 37. Во дворе начали долгожданный ремонт внутриквартального проезда. А вот жители соседнего двора еще только ждут помощи. Аварийные деревья около дома небезопасны. К тому же каждую осень опадающие листья засоряют водосточные трубы. Вода стекает по стенам. Впрочем, другие, не такие масштабные проблемы жители решают сами. Так в ожидании капитального ремонта своими силами обновляют дом. Мы межпанельные швы заделали. Значит, в подвале мы заменили трубы канализации. Прошлый год мы заменили, значит, тоже по подвалу трубы холодного водоснабжения. А в этом году мы розлив, нижний розлив отопительной системы поменяли, потому что трубы все гнилые, очень холодно. Общественный совет в курсе проблемных точек. Пока их стараются решать по мере возможности. Вот эту проблему мы планируем решить при создании нового органа власти, районный совет. Муниципальное образование районного уровня, который будет иметь свой бюджет. Я уверен, что при формировании своего бюджета все эти вопросы будут решаться более оперативно, поскольку средствами будут распоряжаться непосредственно глава района. Сделать взаимодействие жителей и власти более эффективным – в этом суть реформы местного самоуправления. Общими усилиями легче преобразить Самару. 13 сентября жители выберут депутатов в районные советы, которые смогут оперативно решать вопросы на местах. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.